вместо Саханая решили забраться на Кулиндинскую. По дороге в город надо было съездить в город. Здесь вот тоже настоящая тайга, курумник, багульник чешачий растет, подстилка, мох, все. Крутой подъем. Мы уже почти на вершине. Нифига себе. Ну и вот первое приключение. Почему-то перегрелся автомобиль. И мы пешком отправляемся на вершину горы Кулиндинской. Тут недалеко. Вот этот вот голос с Ютуба, вот этот голос Павлоса. Он меня узнал! Красавчик! Поле вулкан! Вот такая встреча, видишь, получилась. Мы думали, здесь никого нет. А здесь он на каких колесах стоит, техника. Надо сюда доехать. Так, а мы сюда поедем? Не-не, а нам-то вон туда, надо справа, по той дороге уходить. Вот мы наверху. Вот место Саханая, попали сегодня на Кулиндинскую по дороге в город. Здесь самое ценное, что фундамент. Вид, конечно, шикарный тут. Вот там видно Кинон, где дерево вот это стоит, маленькое острое. А так долина Читинки открывается. И шикарно туда влево уходит к Бургене. Это надо повыше подняться. Пацанам понравилось, как здесь. Такие туристические объекты. Только против солнца встали, правда, рожи. Не, нормально. Но ничего красивого. Стоим, парни. Стоим. Не ложимся, не падаем. А мы тут нашли для своего музея вот такую интересную вещь. Видно, смотри, вон видишь Кинон, блядь? Вон Кинон. Вон, да ну нахуй. Да Кинон, блядь, вот ты что, не видишь, что ли? Все нормально. Ну, можете несколько пост попринимать. Да. Чем видео и хорошо. Кто тут не был, тот будет. 97-й год. Какой? 97-й год, Белгород, надпись, видишь? Кто не был, тот будет. Кто был, не забудет. Не забудет. 95-97. Это парни тут служили, видимо, да? Белгород. Анонск. Два года. Белгород, Анонск. Анокин СВ. Офигеть. Так это не так давно было так? Да, это было не так Конечно, давно. Недавно. Офигеть.